Ржавые турники и качели, пережившие не одно поколение взрослых, пересчитают. В Ульяновске начали демонтировать несоответствующие требованиям детские площадки. В прошлом году, напомним, в северной части города произошел несчастный случай. Второклассник сломал обе руки, упав с такой старой качели. Подобное происшествие случается не впервые, а виновных, как всегда, не найти. Тогда в городской администрации пообещали провести инвентаризацию всех детских площадок в городе. Задача провести и закончить эту инвентаризацию у нас уже в феврале месяце. По итогам инвентаризации будет принято решение. В летний период мы будем сносить, то есть демонтировать те площадки, которые находятся в аварийном состоянии, ремонт которых не рентабельный, то есть сопоставим с установкой новых, и представляют реальную угрозу жизни и здоровью для наших детей. Инвентаризацию придомовых детских площадок проводят сотрудники администрации районов. В парках и скверах ответственным станет городской центр благоустройства и озеленения. Проверят площадки, расположенные у школ, детских садов, соцобъектов. Основные элементы детской площадки должны быть паспортизированы, должен быть указан срок ее эксплуатации. Кроме этого, обязательным условием ранее были очень часто распространены жесткие подвесы на качелях, которые представляют самую, наверное, большую угрозу. Жестких подвесов у нас быть вообще не должно в принципе. В МБУ городской центр благоустройства и озеленения создали отдельную бригаду рабочих, которые будут заниматься обслуживанием детских площадок. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.